Юная жительница Барнаула представит Россию на детском Евровидении. Международный песенный конкурс, в котором примут участие исполнители из 13 стран, пройдет в конце ноября в Минске. В этом году в состав жюри престижного творческого состязания вошли Николай Басков, Сергей Лазарев, Олег Газманов и другие именитые артисты. Наша землячка, 13-летняя Анна Филипчук, выступит с песней «Непобедимые». Просто слушай сердце, просто будь собой. Это наше время, мы непобедимы. Заниматься вокалом девочка начала с 2 лет. Анна Филипчук – выпускница шоу театра песни «Каприз». Сейчас учится в Барнаульской музыкальной школе №2 на отделении эстрадный вокал и является воспитанницей Академии популярной музыки Игоря Крутого.